То, в каком виде Россия сложилась, потом пересобралась Советский Союз, сейчас заново пересобирается, в этом есть огромное, то, что сейчас называется геополитическая органика, когда, казалось бы, разлученные народы, разлученные этносы начинают с друг другом как-то взаимодействовать, и искрить начинается все, и начинается гражданская война, вот это безобразие, вот это все преодолевается русским миром, потому что, конечно, русский мир – это цветущая сложность. Это сложность, которая, единственная сложность на планете Земля, которая может бросить вызов англосаксонской глобализации, унификации. Мы можем позволить быть 6 миллиардам населения человечества разными и народом Евразии, быть самими собой, а не вассалами тех или иных там западных финансовых клубов и фондов. Русский мир – это сложность, которую только русские могут обеспечить и сохранить.